всех зрителей канала Fashion TV. С вами Виджей Катя Гусева. Мы находимся в замечательном городе Уфа, где сегодня состоится открытие танцевального клуба «Gala Dance Agidel». На торжественное открытие 14-го клуба приехали совладельцы бренда Ольга Панченко и Алексей Миндель. А ведущим вечера станет Марат Башаров. На самом деле мы, конечно, хотим вас поздравить с открытием Gala Dance Agidel. Сегодня вот все начинается, к вам приходят новые ученики, новые друзья, появляются новые знакомые. И, конечно же, хочется вам пожелать исключительно успеха. Почему вы решились на это? Вы любите танцевать, наверное? Может быть, всю жизнь танцевали? Ну что вы, я не танцевала всю жизнь. Я начала танцевать только, скажем так, в своем зрелом возрасте. И начала танцевать в подобном клубе в городе Екатеринбург. И меня это настолько затянуло, что я решила, что, наверное, пора выводить танцы из разряда хобби в профессиональную деятельность. И привезла этот бренд в свой родной город Уфа, где я родилась. Я надеюсь, что какая-то фишка будет, потому что у нас у каждого города есть какая-то своя определенная особенность, своя отличительная черта. Но посмотрим, что разовьют в себе уфимцы. Может быть, это будет аргентинская танго, может быть, это будет какая-нибудь зажигательная зумба, и они будут развиваться в этом направлении. Поэтому все в их руках. У нас сейчас 14 клубов и 14 команд будут соревноваться в марте месяце в Лотте-отеле в Москве. Это тоже очень стильное, модное событие, куда все красиво наряжаются, одеваются. Мы делали дизайн интерьера здесь, да. Мы уже все знали. Конечно, я полюбила этот клуб уже заранее. И, кроме того, моя детская мечта заниматься бальными танцами, она наконец-то осуществилась. Безумно прекрасно сделан клуб, и мне очень хотелось бы, чтобы все люди, все вот уфимцы, как я уже сказал, приобщились вот к нашему такому формату, формату Gala Dance, к миру танца. Очень классное место, очень красивый клуб. Я думаю, что это уже большое удивление. Вот я зашел, и вот до сих пор пока еще не видел весь клуб, сейчас пойду смотреть, я уже очень удивлен. Так что я думаю, наши гости здесь будут очень довольны. Ну, а мы будем, как всегда, уделять своими танцами и своей атмосферой. Это наш 9-й город, и мы, конечно, ищем новых партнеров в России и в близлежащих странах, потому что абсолютно уверены в том, что Gala Dance дарит только радость, яркие краски жизни и делает жизнь людей счастливее. Пока не знаю здесь, кто занимается, но обычно в Gala Dance, начиная с детей и заканчивая людьми самого уважаемого возраста, и 60, и 70 лет. Поэтому ждем всех, для всех найдутся подходящие танцевальные направления, и парные, и сольные, и фитнес-нагрузка, и просто эстетика. Так что всем возрастам как любовь, так и танцы покорные. В принципе, у нас клуб построен на системе танцевания профессионал с непрофессионалом. Эта система танцевания в России очень активно развивается. Александра, мы вас поздравляем с вашим выступлением, оно было превосходно. Спасибо большое. Вы давно занимаетесь танцами? А в ноябре будет 2 года. Просто вы так танцевали, я думала, что вы уже преподаете. Ну спасибо большое, просто надо много и тщательно заниматься. Лена, мы вас поздравляем с прекрасным выступлением, очень ярким. Спасибо большое. Давно вы танцуете? В общей сложности 3 года, но аргентинская танго 2 года. Ну, вы шикарно танцуете, вы не похожи на новичка. Спасибо. А вы занимаетесь только аргентинским танго? Нет, еще бачата и сальса. Прекрасная пара из Челябинска. Вы приехали в гости, вы, наверное, занимаетесь Gala Dance, да? Да. Я преподаватель Gala Dance, вот моя студентка. Да. Сколько лет? 2 года. Ну, вы прекрасно танцуете. Наверное, все, кто занимается в Gala Dance, я так понимаю, уже добиваются таких больших успехов. Почему именно этот танец, почему именно это произведение?
Ну, у нас с Дмитрием так-то много танцев поставлено, но вот сегодня на открытие этого клуба мы приехали, ну, вот с этой историей, с этой музыкой очень нравится. Я думаю, вы давно уже и профессионально занимаетесь, похоже. Ну да, Лия занимается 3 года, ну, а я уже лет 18. 3 года? Да. Вы вообще потрясающие. Я думала, что вы чемпионы, и хотела спросить, какие у вас титулы? У Альфреда много титулов. Альфред действительно невероятный партнер и достиг больших высот танцев. Я думаю, поэтому и я туда же тянусь. Поэтому Илья очень хорошо танцует. А вы давно занимаетесь? 3 года. Вы уже к этому совершенно, наверное, серьезно относитесь. У вас есть турниры, фестивали. Это уже ваша жизнь? Да, это моя жизнь на 100%. Я очень серьезно подхожу к своему танцеванию. Но в первую очередь для меня важно получать удовольствие. Но я очень люблю участвовать в фестивалях, в турнирах и танцевать шоу, как сегодня. А какой ваш любимый танец? Конечно, танго. Ча-ча-ча. Ча-ча-ча, пожалуй, тоже мой любимый танец. У меня румба. Безусловно, аргентинская танго. А мой любимый танец румба. Карибы, а карибская музыка, да, чем мы с Дмитрием занимаемся. У меня, естественно, сальса. Самый любимый танец – это сальса. Мне нравится все, мне нравится танцевать. Я хочу поздравить клуб «Галаденс», Гюзель, Ольгу с открытием. Марат Башаров из гримерки тоже передает свои поздравления и желает процветания, всего самого наилучшего этим клубом. Искренне поздравляем и очень рады, что такой клуб открылся вот сейчас в Уфе. В каждом городе, чтобы они были, потому что когда приезжаешь в другой город, находишь «Галаденс», ну, это, так скажем, как дома. Вы самые лучшие в любом случае, где бы вы ни были, в Москве, в Екатеринбурге, в Уфе. У вас есть марка. Быть всегда на волне. Везде и во всем. Легкого паркета и стремиться к тому, чтобы выступать очень часто-часто. Чтобы было море позитива, потому что в каждом мероприятии «Галаденс» это всегда очень позитивно, очень красиво, очень ярко. Я желаю только удачи. Хороших позитивных клиентов, интересных программ, всевозможных шоу. Ну, чтобы люди шли и любили вас. Самых модных, самых фэшн, самых радостных гостей и самых ярких вечеринок. Чтобы танцы, которые зажигают меня, зажигали бы всех в этом городе. И, наверное, если Уфа станет таким самым танцующим городом, то успех, удача, благополучие, счастье и радость коснутся всех жителей этого города. Незабываемый вечер был полон музыки и танцев. Мы поздравляем с торжественным открытием танцевальный клуб «Галаденс Агидель», который находится в прекрасном городе Уфа. А с вами была я, Виджей Катя Гусева. Оставайтесь на фэшне. I love fashion TV. I love fashion TV. I love fashion TV. I love fashion TV. Yeah. I love fashion TV. I love fashion TV. We 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 love fashion TV.